Сборной России Виталия Атюшова. За задержку соперника показывает главный арбитр. Он удаляет Виталия Атюшова на 2 минуты. Сегодня, 21 мая, сборная России стартует на чемпионате мира в Латвии матчем с Чехией. Открывать турнир команде Валерия Брагина придется игрой едва ли не с самым сильным из соперников. Последние годы получились провальными для чехов на первенство планеты. Они не брали медали уже 8 лет, лишь 3 раза добравшись до стадии полуфинала. Так было на прошлом чемпионате мира, когда команда, ушедшего от нас Милоша Жиги, в итоге отдала бронзу россиянам. Теперь чехами руководит дебютант первенства планеты Филипп Пешер, который попробует вернуть сборную не просто в число призеров, а взять золото. Помогать ему будут игроки из НХЛ, 2 защитника и 4 форварда. На бумаге сборная Чехии – один из фаворитов мирового первенства. В Ригу смогли приехать почти все сильнейшие игроки из НХЛ, не попавшие в плей-офф. Исключение – Ворочек, Гертов, Заха. Есть усиление из КХЛ, а также лучший игрок чемпионата Швейцарии Коваш. И за многие последние годы у чехов есть отличный шанс наконец-то выиграть медаль, а может быть даже золото. Такого соперника России стоит, если не бояться, то опасаться. Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Начало 16:15 по Москве. Желаем победы сборной России. Здоровый бой идет и новая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. На ней играют настоящие мужчины. Русский играет хоккей. Русский играет хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем мы, как царь. В сражениях золота и кубки добывало. Великолепная пятерка и вратарь. Здоровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней. Хоккей играют настоящие мужчины. Русский играет хоккей. Русский играет хоккей.